Сумы рестартовал юбилейный 10-й лыжный фестиваль «Соколье горы». В ночной гонке приняли участие 181 спортсмен на дистанциях 2,5, 6 и 12 километров. Фестиваль продолжает традиции куйбышевских лыжных марафонских гонок, которые проходили на набережной. Сейчас это один из крупнейших лыжных марафонов страны. Марафон развивается, и мы рады представить его в этом году на обновленной лыжной базе «Чайка», где введена в действие лыжероллерная освещенная трасса. Поэтому все участники просто в восторге. Впечатления отличные, эмоции, конечно. Каждый год сейчас практически уже участвуем. Очень понравилось. Дистанция короткая, все видно, освещаемая трасса отличная. В Сокольих горах участвую уже, ну, далеко не первый год, даже уже не знаю сколько, наверное, это, ну, третья, наверное, ночная гонка, в которой участвую. Мне нравится, я бегу с удовольствием. Спасибо Сокольным горам, что они у нас есть. Победитель забега на 6 километров – 15-летний лыжник Марк. Ему удалось с большим опережением оторваться от соперников. На лыжах парень занимается 4 года. Признается, первые два дались непросто. Только на третий год тренировок появился прогресс. Юноша стал занимать вторые и первые места на соревнованиях. Вот и сегодня пришел к финишу первым. Готовился долго, все лето, весь начало сезона. Ну, это, конечно, не такие важные старты. Еще важные старты все впереди. И там несколько лет вперед тоже будут очень важные старты. Но эта победа тоже важна. Соревнования «Сокольи горы» также пройдут в выходные. Спортсмены будут бороться за победу на дистанциях в 10, 30 и 50 километров. Их марафонцы пробегут в свободном и классическом стиле. В общей сложности за 3 дня фестиваля в нем примут участие около 900 спортсменов не только из 120 городов и сел России, но и из Казахстана. Виктория Шарая, Максим Беспалов, Игорь Казановский. События.